Больше тысячи детей от 6 до 18 лет обучаются здесь по четырем направлениям. Самые многочисленные, конечно, туристы-краеведы. Ходят в пешие водные походы, испытывают себя физически и морально, знакомятся с Курской областью. В сентябре центр планирует принять еще 360 ребят. Руководство готовит учебные кабинеты, зал для тренировок, почти готов скалодром и закупает снаряжение. В рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка» будут закуплены байдарки, катамараны, жилеты спасательные для проведения водных походов, для проведения пешеходных походов, палатки, рюкзаки, спальники, все необходимое. И самое главное, у нас будут закуплены палатки типа «Зима» с печками. Это говорит о том, что ребята у нас смогут выходить в походы не только в теплое время года. В этом году к юбилею Победы туристы планировали пройти по местам боевой славы. Из-за коронавируса поход пришлось перенести. Сроки зависят от эпидситуации.